Приветствуем всех зрителей и подписчиков. Кто не подписан, просим подписаться на наш канал. И поставить лайк, а также, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей, нажмите на колокольчик «Спасибо». Накануне Малинина повестил печальные новости. Ушла из жизни Инна Курочкина. До сих пор не могу оклематься от шока. Не представляла, что такое может случиться. Она же еще могла бы жить и жить. Даже 60 не было. Разве это возраст умирать? Вероятно, она болела, рассказала супруга Малинина. Инна Курочкина была первой женой Александра Малинина. После развода с ней, артист женился на Ольге Зарубиной. У них родилась дочь Кира. Спустя пять лет брак распался. После этого артисты между собой еще не раз скандалили. С момента гибели первой супруги певца, прошло уже два года, но артисту до сих пор очень болезненно вспоминать эту ситуацию. Спасибо, что смотрели видео до конца. Благодарны за то, что пишете комментарии под видео. Это помогает нам в продвижении канала. Пишите комментарии под каждым видео, а мы выберем 20 пользователей, которые напишут больше комментариев под нашими видео и отправим каждому по 50 долларов. Нужно обязательно быть подписчиком нашего канала и поставить лайк на последние 5 видео. Берегите себя и своих близких. Будем благодарны за лайк и подписку на канал.